Встречаем год черного водяного кролика. С 21 на 22 января по восточному календарю наступает Новый год. Это событие происходит во второе новолуние после дня зимнего солнцестояния. Я Ирина Кузаева, астролог. Здесь про то, как ресурсы следуют своему предназначению. Подписывайся. 22 января. День хорошо провести весело в компании друзей и близких. День благоприятен для создания списка масштабных целей и карты желаний. Более подробно смотри в описании к этому видео.